И всем привет, дорогие друзья! И сегодня, ребятки, мы поиграем в Brawl Stars. Скипите туалеты! Мне страшно вообще. Уже Brawl Stars захватили. Скипите туалеты, блин. Ну ладно, ребятки, давайте не обезьянуться, собственно, начинать. Сейчас мы нажмем два разные кнопочки агент. Так. У меня первый уровень, я могу улучшить агента. Все, погнали, я улучшил. Смотрите, сколько тут этих, вот этих, как его там, агентов. Ну, камерамена. Тут можно покупать камерамен, спикермен, ТВ-мен, большой камерамен, камеравумен, ТВ-вумен, большой ТВ-мен, камерамен Титан. У тебя есть промокод? Давайте попробуем промокод разные игры. Разные игры. Вдруг Рилл сработает. Погнал. Неверный код, ну блин. Так, тут чипы зарабатываются за рекламу. Прекрасно, просто отлично. Так, дальше это что у нас? Бусты. Бусты. Батарейка, щит. Что вообще такое-то? Так, дальше. Скибиди пас. О, это Brawl Pass, только режимы. Так, бой с Гмен. С Гмен, фарм чипов, достижения. А это что? Я скибиди туалеты. О май гад, Поко. Тут скибиди тоже продают. А, типа сейчас я играю за скибиди-то. Ну понятно, там такие кнопочки, блин. Ну кнопочки получается. Так, ну ладно, чик, все, играть. Так, для атаки необходимо нажать кнопку с прицелом. Короче, я все понял, я все пролистал, я не знаю, зачем я это сделал. Вот атак. Бежать. Зачем я использовал буст? Это буст был. Я камерамен. Уходим. Вынес. Так, тут есть хилка. Забираем. Я слышу скибидиста. Мне нужно их поодиночке завалить. Но. Хилка. Я включил себе камераменчика. Давай, камераменчик. Но. Давай. Камераменчик, помоги мне. Но. Ай-яй-яй. Но, есть. Кто еще остался? Все, мы выиграли, продолжить. Второй уровень. Блин, мне страшно. А, в смысле у меня только три буста? Почему? Получай. Минусовался, чел. Но, энергия. Хоти. Иди сюда. Мне нужны бусты. Буст, щит. А, вот здесь есть это, хилка. Все, погнали. Идем сюда, скибиди-би. Получай. Скибиди-би, да, скибиди-би. Yes, получилось. Меню. Так, я заработал какие-то штучки. В смысле, я ничего не заработал. Опа. Скибиди пас. Нам нужен скибиди пас. А как сделать скибиди пас? Скибиди пас. Так, агент. А сколько стоит агент? Не хватит на одного хотя бы. Мне ни на что не хватит. Мне придется смотреть рекламу, как я понял.
ладно. Короче, ребятки, там чисто реклама. 30 секунд, я сразу вышел и зашел. Короче, ребятки, игра какая-то тупая, я не знаю, мне она даже не понравилась. Вообще. А, давайте попробуем играть за Скибиди Туалетом. Я скибиди доп 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 yes, yes, скибиди доп 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 yes, yes. За Скибиди Туалетом мне больше нравится играть. Круто. Опа, там еще хилка, но мне она пока не нужна. Ладно, нужна. А? Погнали! А где еще камерамен? Тут миллион хилок. Мне не нужны эти хилки. И камерамен нужен. Короче, ребята, игра сломалась, походу. Что, тут подарки? Подпишись на мой канал, и получи. Посмотри это видео до конца и получи. Подпишись на телеграм, подпишись на телеграм. Тут просто рекламируют какие-то штучки. Астростраж за $3. А, я не могу, ну блин. Так, режимы, тут еще режимы есть. Фарм чипов. А еще режимы. Вот, давайте вот этот режим попробуем. Битва с Гмеди. С Гмеди! Погнали. Давай, я тебя убью, Джимми. Не, чё я ему урона не наношу? В смысле? Чё я ему урона не нанёс? Давайте ещё раз попробуем. Короче, он, наверное... Блин, ну чё за ешь? Стоп. Ладно, ребятки, игра мне не так понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.